Анонс и точность до выхода 274 серии турецкого сериала «Плен». 274 серия сериала выйдет в эфир 15 февраля. Ранее в сериале мы увидели разговор Хиры и Афифы. Женщина говорит, что это именно Хира виновата в том, что Рхун собирается покинуть особняк. Девушка уже собирается ответить ей, но на кухне появляется Рхун. Он требует, чтобы мать остановилась. Когда он остается с Хирой наедине, то просит ее не винить себя в его решении. Она уже и так достаточно сильно опечалена, и он бы не хотел своим отъездом добавлять ей больше поводов для дурного настроения. Нева довольна тем, что она разрушила отношения Рхуна и Хиры. Девушка решает, что пора начинать готовиться к собственной свадебной церемонии. В этот раз она хочет затеять такую игру, которой еще не было никогда в ее жизни. На Рхуна нападают в машине. Мужчина что-то ему вкалывает, и Рхун быстро теряет сознание. Его отвозят в место, где собирается достать из него всю нужную информацию. Но Рхун не намерен сдаваться. Афифа чувствует, что с сыном что-то произошло. Когда он приходит в себя, то пытается выяснить, кто похитил его и для чего. Рхуну приходится вступить в бой с мужчинами, которые взяли его в заложники. Ему почти удается одержать победу, но один из похитителей приходит в себя и тихо подкрадывается к Рхуну со спины и бьет его по затылку. Рхун снова теряет сознание. Афифа встречается с Хирой во дворе особняка. Она говорит, что Хира вошла в их жизнь. Теперь несчастье никак не покидает этот особняк. И для всех будет лучше, если она уйдет. Для Хиры такие слова Афифы болезненны. 274-я серия сериала будет в эфир 15 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.